Всем привет, братья и сестры, на связи отец Евген. Как вы уже все знаете, вчера, 10 апреля, на моем канале вышло большое разоблачение канала «Жабка членов», в котором я рассказал и показал, кто такой Иван Трофимов, он же Жабка, на самом деле. Спустя 2 часа после выкладки этого видео на мой канал прилетело сразу 2 страйка. Первый на сам видеоролик, а второй спустя несколько минут на рандомный стрим на канале. Страйки эти кинулись вручную человеком, которого я точно так же в этом видеоролике задел. Его имя Артем Балабашин. Он является главным комьюнити-менеджером в игре Free Fire. О том, что он мне кинул страйк, он написал сам лично в чате ютуберов. Причиной стало, как он сказал, слитые переписки плюс его фотографии, а также вранье в адрес разработчиков и сотрудников Гарены. Он сказал, что мы обманываем аудиторию, мы не говорим правду и выворачиваем факты. Мы их оболгали, и за что я получил страйк. И знаешь, Артем, если причина только в твоих фотках, то скажи мне, почему ты кидаешь мне страйк от имени игры? Пользуясь случаем, Артем, обращаюсь к тебе. Покажи мне, каких сотрудников я задел, кроме тебя самого. Расскажи, как конкретно я их задел и где конкретно я сказал неправду. Где приглашенный гость Смайл с твоих слов сказал неправду. Опровергни все то, что я показал в этом видео. В данный момент времени ты лишь подтвердил своими действиями все мои слова. Я прекрасно понимаю, что мой видеоролик задел тебя и его. Я прекрасно знал, что ты кинешь мне страйк. Я об этом сказал в своем видео. Но я не думал, что ты настолько... Только конченый человек, который будет кидать мне второй страйк. Абсолютно ни за что на рандомный стрим, попытавшись тем самым из-за одного ролика снести хуям мой канал. Этим действием ты лишь усилил мое желание затоптать вас обоих. Этот поступок — это безумно низкий поступок. Это даже не мужской поступок. Ты не мужик, Артем. Ты сыкливая тряпка, как и твоя девушка Ваня, которую поймали за руку, которая посмотрела это видео одна из самых первых и сразу же, как по щелчку пальцев, пошла жаловаться своему бойфренду, а сейчас так упорно отмалчивается. Прямо сейчас поясни в чате ютуберов, куда ты любишь писать, за что мне был кинут второй страйк. Или я в нем тоже задел сотрудников Гарены, играя в их игрушку. Или на этом стриме я тоже показал твои фото, слил твои переписки. Объясни, на каких основаниях ты решил ограничить мне возможность проводить стримы на моем канале. До тех пор, пока на моем канале висит второй страйк, абсолютно ни за что, я буду делать все возможное, чтобы это видео увидело как можно большее количество человек, и чтоб твоя репутация как комьюнити менеджера пострадала. Ты решил удалить мой канал? Окей, я решил удалить тебя. Друзья, я уже подал апелляцию по 2 страйкам. В данный момент времени я жду ответ от Ютуба. На 99% уверен, что Артем не отзовет этот страйк. Поэтому я призываю всех вас прямо сейчас распространить это видео. Я оставил в описании ссылку на облако, где залиты все материалы по разоблачению и сам ролик в хорошем качестве. Также он залит в группе ВКонтакте и на моей личной страничке. Заливайте их на каналы, заливайте ВКонтакте, делайте вырезки, заливайте в ТикТок. Правда должна быть на нашей стороне. Правда уже на нашей стороне. Все зависит сейчас только от нас. Прямо сейчас на верхушке нашей игры стоят 2 омерзительных человека, которые ради денег готовы на все. Которые ради собственной выгоды могут удалить любой канал любого стримера. Просто за то, что он сидит и играет в их игру на камеру. Артем, о каком равноправии идет речь, братик? Но помните, что их всего лишь 2, а нас гораздо больше. И мы сильнее. Делайте репост, распространяйте все материалы. Кто не видел разоблачение, войдите название в поиски, и вы увидите десятки перезаливов. Смотрите, вникайте, делайте вырезки, перезаливайте. Меня, как автора, можно не указывать. Главное, показать аудитории всю правду и сущность этих 2 человек. Также обращаю ваше внимание, что я создал 2 резервный канал. Ссылка на него также есть в описании. До тех пор, пока на основном канале ограничения на проведение стримов, я буду выходить в эфир там. Основной канал будет и дальше функционировать, я буду заливать сюда видео и писать в сообщество. Всем огромнейшее спасибо за вашу поддержку. Я это правда очень ценю и вижу, что адекватных и понимающих ситуацию людей гораздо больше. Всем спасибо.